Господь не человек, он знает тайны сердца. И он знает, он любит тебя. И он творит чудо для тебя. Исключительно для тебя. С этой молитвы начинается новая жизнь в вашем теле. Приветствую вас на передаче «Время чудес», которая проходит каждый день в 21:00. Множество людей прямо сейчас уже собрались у экранов телевизоров, чтобы пережить силу Божью на своей жизни, пережить прикосновение Святого Духа. И сейчас я прошу тебя, чтобы ты поделился этой ссылкой со всеми знакомыми, чтобы мы вместе все насладились присутствием Бога, Его силой, Его чудесами, Его ответами в это время. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Меня зовут Галина. Я из Крапивницкого. Хочу засвидетельствовать о славе Божией. Вчера на третий день саммита я смотрю, одна женщина рассказала о том, что она имела болезни по-женски, и у нее была дисплазия матки. И Дух Святой так сошел на меня и напомнил мне прошлое. 21 год назад у меня в жизни не было ничего хорошего. Мы с мужем выпивали, он меня избивал. И однажды он меня так избил, что попал мне между ног. А обут он был тогда в военные сапоги. У меня были синяки, я пошла в больницу, и там мне сказали, что у меня дисплазия матки третьей степени. Мне делали операцию. И вот во время этого свидетельства у меня такая боль вырвалась из моей души, сердце прям разрывалось на части, и я получила освобождение. И я теперь поняла, что все эти годы не могла простить мужа. Спасибо большое апостолу Владимиру и пастору Виктории за их молитвы. И спасибо Богу, что Он вытащил меня из этих проклятий. Если Бог коснулся вас через программу «Время чудес», напишите нам свое свидетельство по телефонам, указанным на экране. И прямо сейчас я бы хотел показать вам одну удивительную историю настоящего чуда, когда Дух Святой, Он исцелил онкологию. Так много людей сегодня страдают и умирают от этой болезни. Это болезнь, которая приносит настоящую смерть в жизнь людей. Но сегодня для Святого Духа нету тех болезней, которые Он не может исцелить. Давайте посмотрим сейчас историю одного чуда, которое совершил Дух Святой. В детстве в результате несчастного случая у меня был сильный ожог. Больница, естественно, долго лечилась. Через определенное время вот образовались холодные рубцы на шее. Лидия пыталась избавиться от рубцов всеми возможными способами, но все попытки были безрезультатны. Выжигали жидким азотом эти рубцы. Они все равно возвращались и принимали ту же форму, как и были, то есть без изменений все. С такими рубцами на шее Лидия прожила всю жизнь, смирившись с ними, как с неизбежным злом. Но на этом череда несчастных случаев не прекратилась. Лидию буквально преследовали трагедии. В 97-м Виктория, младшая дочь, 8 лет утонула. Через 5 лет Алине было 16, она старшая была. Ну, на компании с ребятами ехали в машине. Они на вираже не вписались в поворот. Машина начала переворачиваться. Алина погибла. Потом заболел муж. Опухоль в голове. Опухоль удалили. Через полгода он умер. Мы остались вдвоем с сыном. Жизнь Лидии стала похожей на ад. Казалось, будто невидимая сила забирает из ее окружения родных и дорогих ей людей, оставляя лишь пустоту и отчаяние. И казалось, что хуже уже быть не может. Но внезапно и сама жизнь Лидии оказалась под угрозой смерти.
вот на маленьком рубчике, который был ниже, чем все остальные, образовалось красное пятнышко. Я считала, что это аллергия. Принимала таблетки, вот занималась самолечением. 2 года вот ходила с этим образованием. Потом пошла к дерматологу. Он посмотрел и сказал: это у вас рак. Я почувствовала, что у меня свалилась гора. Безысходность и конец. Лидию направили в онкоцентр, где врачи подтвердили диагноз – карцинома кожи. Женщине назначили срочную операцию по удалению образования. После удаления вот этой образования, оно не ушло, как они говорили, что вот вырежем и будет все нормально. Оно дальше начало расти, только в другой стороне чуть-чуть. К сожалению, операция не помогла. Из-за прогрессии рака Лидии назначили срочный курс химиотерапии. Уходила и спрашивала: Господь, когда это закончится? Дай мне человека, который скажет, даст мне ответ. Почему у меня такая судьба? Почему у меня такая жизнь? Почему у меня такие потери? Именно в этот период Лидия встретила женщину, которая посещала духовный центр Возрождения. Я ехала на работу, стояла женщина на остановке. Начали говорить. И она сказала, что нужно идти в церковь, в правильную церковь. Где есть живой Бог? Вот это церковь Возрождения. Женщина посоветовала Лидии смотреть программы телеканала «Возрождение». Именно через них она впервые увидела силу Святого Духа, который исцелял больных раком. Если Бог исцелил мою болезнь, Он исцелит и вашу болезнь, и ваши обстоятельства изменит в вашей жизни. Если вы будете надеяться на Господа, Он сделает чудо в вашей жизни. Поэтому, когда Лидия узнала о колледже «Гора Моисея 2017, решила отказаться от облучения и, бросив лечение, поехала на колледж за своим чудом. Я решила, что мне не нужно никакое облучение, я больше к врачам не пойду. Я знаю, что Святой Дух работает, что Он исцеляет. И вот я поехала с полной уверенностью на колледж, потому что я знала, что я получу исцеление. Здесь, на колледже, Лидия каждый день впитывала в себя живое слово. Во время молитвы за исцеление женщина провозглашала, что она здорова. Сильное помазание приходит в этот зал сейчас. Помазание, которое разбивает всякие демонические оковы. Болезни кожи прямо сейчас. Движение исцеления пошло по коже прямо сейчас. Наш апостол молился. Ему было слово знания, что у кого-то решаются проблемы с кожей. Я сразу кричать начала: это я. Это у меня решаются проблемы с кожей. Заметь меня, Господь, исцели во имя Иисуса. Сейчас дух онкологии оставляет чье-то тело прямо сейчас. Полное исцеление кто-то получает от рака, от онкологии. Я орала на все горло. Это я, это у меня. У меня такая была вера, уверенность 1000%, что это я и меня, со мной Бог работает. Дух преждевременной смерти. Демон, прямо сейчас я тебя связываю на этом месте именем Иисуса и повелеваю: убирайся вон! Во время молитвы апостола Владимира за разрушение родового проклятия преждевременной смерти Лидия начала вспоминать всю свою тяжелую жизнь, в которой она один за другим теряла своих родных людей. Если бы я знала раньше об этой церкви, что есть такая церковь, которая молится за исцеление, за разрушение проклятий, то мои дети и муж были бы живы и здоровы. Теперь Лидии стало понятно, что все ее несчастья – это не что иное, как проклятие преждевременной смерти. И рак, которым она больна – это следствие этого проклятия, которое, наконец, разрушалось великим Богом. Пусть сегодня помазание Святого Духа освободит вас, исцелит вас. Там, где помазание, там нет места духу смерти, духу болезни. Прямо сейчас я приказываю этим духам, этим демонам, бесам: выйди вон во имя Иисуса! Я стояла под этим помазанием и говорила, что у меня это все разрушено. Я стояла и провозглашала. Я вижу в духе, как будто змей, он уползает прямо сейчас из этого здания, потому что здесь нет больше места ему. Здесь помазание Святого Духа. Ола Санто Лора Бака Санто Лагая.
Я чувствовала, что болезнь уже ушла, что ее нет. Мир меня наполнил полностью, от кончиков пальцев до макушки головы. С этого момента Лидия заметила, что раковое образование на шее постепенно начало исчезать. И к концу колледжа у меня все очистилось, все ушло, все убралось. Чтобы убедиться в исцелении, вернувшись домой, Лидия пошла к врачу. После обследования врач снял поставленный ранее диагноз. Лидия полностью здорова, рака больше нет. Когда я пришла после колледжа к врачу и сказала, что у меня уже ничего нет, вот смотрите, ничего нет. А он сказал, а вы не пришли, вот посмотрел мою карточку, сказал, а вы не пришли на облучение. А я говорю, поехала к Богу на исцеление. Он смотрит на меня такими круглыми глазами, к какому Богу? Говорю, к живому. К Богу поехала на исцеление. Я говорю, вот смотрите, у меня ничего нет. Ничего, он меня исцелил полностью. Он посмотрел вот так, говорит, да, ничего нет, чисто, все чисто, что я здорова. На колледже «Гора Моисея» Господь разрушил проклятие преждевременной смерти в семье Лидии и исцелил ее от рака кожи. Сейчас она очень счастлива и безмерно благодарна Богу за его любовь, за новую жизнь. Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, Духа Святого, за мое исцеление от рака кожи. Я благодарна Господу безмерно за то, что Он дал нашему апостолу понимание и знание такой церкви, за его учение, за то, что он стоит правильно в этом учении, учит нас, ведет нас. Я благодарю за все, за то, что он помогает таким, как я. Я счастлива. Вау, какая невероятная история. Дух Святой, он исцеляет онкологию. Подумать только, столько людей умирает от этой болезни. Но сегодня онкология – это не приговор, потому что Дух Святой, Он через эти молитвы, через молитву апостола, Он движется и совершает чудеса по всему миру. Буквально через экран телевизора Он входит в больничные палаты, Он касается людей там, где они находятся. Казалось бы, при смерти эти болезни, они исчезают из тел. Люди не выдерживают прикосновения, они не могут устоять на ногах, когда Дух Святой их касается. Бесы не могут выдержать, они трепещут, они кричат, они не выдерживают этого огня Святого Духа. Многие люди говорят, когда они переживают прикосновение Святого Духа, они чувствуют буквально жар в своем теле, как электричество их наполняет, как холод, как жар, какое-то покалывание бывает проходит. Но знай, что бы ни происходило во время молитвы, принимай чудо, Бог любит тебя, Бог за тебя, это время чудес для тебя лично. Сегодня день, вечер, когда Бог совершает чудо в твоей жизни. Приготовься, через несколько секунд апостол Владимир, он будет молиться за тебя. Пусть ничто не отвлекает тебя от прикосновения Божьего, от того слова исцеления, которое звучит специально для тебя. Внимание на экран. Дух Святой, я молю тебя сейчас во имя Агнца Божьего Иисуса Христа. Отец Небесный, я прошу тебя, коснись онкологических больных. Коснись. Ты помазал меня разрушать рак. Ты помазал меня разрушать эту болезнь, рак. Ты помазал меня, Дух Святой, разрушать эту болезнь, рак. Это родовое проклятие рака. Разрушать его. Ты помазал меня, Дух Святой, разрушать смертельный диагноз рака. Ты помазал меня, и прямо сейчас я говорю, дух рака, оставь тело. Дух рака, болезнь, рак, я обращаюсь к тебе, оставь тело. Я приказываю тебе, болезнь, рак, оставь тело. Убирайся вон, прямо сейчас. Раковые клетки вон, онкологические клетки вон прочь. Раковые клетки вон, метастазы и вон, исчезните опухоли. Вон я приказываю вам, во имя Иисуса, Дух Святой помазал меня, изгнать рак. Дух Святой помазал меня изгнать рак, изгнать эту болезнь. Дух Святой помазал меня молиться исцеление от рака. Производить исцеление от рака. Дух Святой через меня производит исцеление от рака. Прямо сейчас. Положите на себя руку прямо сейчас, там, где у вас опухоль, там, где, возможно, у вас очаг. Прямо сейчас, там, где метастазы. Положите руку сейчас, там, где раковые клетки. Во имя Иисуса Христа я приказываю. Болезнь рак. Исчезни во имя Иисуса. Рак любой формы, исчезни во имя Иисуса. Проклятие рака я разрушаю прямо сейчас. Наведенное проклятие рака.
Я разрушаю прямо сейчас во имя Иисуса Христа наведенное на род, на семейное древо, проклятие ракового заболевания. Я разрушаю тебе рак, дух рака. И изыди, уйди из этого древа. Выйди из этого древа сейчас же. Выйди из этого древа. Выйди из этого тела прямо сейчас. Кровью Иисуса Христа я тебя нейтрализую. Я тебя убиваю сейчас. Уйди прочь. Кровью Иисуса я сгоняю тебя. Исчезни навеки. Не прикасайся, Боже, я запрещаю тебе прикасаться к телу. Я запрещаю тебе возвращаться, я запрещаю тебе прикасаться, я запрещаю тебе даже близко подходить. Убирайся вон! Дух Святой помазал меня прямо сейчас молиться за исцеление от рака. И я молюсь, Дух Святой, коснись, исцели. Исцели прямо сейчас. Исцели. Положите руку на больное место. Исцели, Дух Святой. Коснись твоим прикосновением. Исцеляющая сила. Рак крови уходит сейчас. О, Боже, я благодарю тебя. Это лейкемия уходит. И какой-то другой вид, я не знаю название. Прямо сейчас с крови уходит. Рак крови уходит сейчас. Прямо сейчас во имя Иисуса. О, Расака Рамашитала. Я вижу, как кровь сейчас новая. Новая кровь, новое тело, новые клетки, новая ткань, новое абсолютно все. Рак кишечника сейчас оставил. Ушел, кишечник исцелен сейчас от рака. Кишечник исцелен сейчас от рака. Аллилуйя. Рак матки сейчас. Вы исцелены от рака матки прямо сейчас. Аллилуйя. Рак желудка ушел. Вы исцелены от рака желудка, вы исцелены от рака печени. От рака легких, от рака горла, от рака щитовидки. Прямо сейчас от рака костей вы исцелены. И рак в голове, опухоль. Прямо сейчас вы исцелены от этого рака в голове. Прямо сейчас от этой опухоли вы исцелены. Прямо сейчас рак костей, еще я говорю. И рак кожи сейчас уходит прочь. Полностью во имя Иисуса Христа будьте исцелены от рака. Прямо сейчас во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Во имя Агнца Божьего Иисуса Христа благодать пришла незаслуженно, и вы исцелены. Примите исцеление во имя Иисуса Христа. Амен. 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 Вы исцелены. И теперь делайте то, что вы не могли. Надавите туда, где была проблема. Проверяйте себя. Вставайте, поднимайтесь. Даже если вы лежали, все уже приговорены. Я говорю сейчас, вы исцелены. Примите сейчас. Я помазан на исцеление от рака прямо сейчас. Я молюсь, и я говорю, вы исцелены. Полностью рак ушел, вы исцелены от рака. Поднимайтесь и делайте то, что не могли. И идите в больницу, берите, сдавайте анализы все и проверяйте. И обещайте Богу обязательно свидетельствовать. Обещайте Богу свидетельствовать и рассказывать. Обязательно мне сразу же напишите. Я жду вашего свидетельства. Я жду. Пишите мне, снимайте видео мне. Я жду вашего свидетельства. Я жду вашего письма. Я жду вашего видео. Я жду прославления имени Иисуса. Я жду, потому что я жду, как вы покажете документы, что вы исцелены, покажете себя, что вы теперь здоровы от рака. Вы исцелены от рака, вы здоровы навсегда. Родовое проклятие рака разрушено. Родовое проклятие рака разрушено. Наведенное проклятие рака разрушено. Разрушено даже приобретенное проклятие. Все это разрушено. Через колдовство приходило. Разрушено колдовство. Разрушено все. Я жду вашего свидетельства. Напишите мне, пришлите видео. Идите, проверяйте себя в больнице. И анализы все сдайте, и подтвердите это документами. И прямо сейчас вы уже просто прославляете Бога. Я жду вашего письма, я жду вашего видео, я жду вашего свидетельства. Напишите мне, я вас жду. Амен. 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 Вау, какая молитва. Спасибо, апостол. Спасибо, Боже, за каждое прикосновение. Только что вы пережили буквально это исцеление на себе. Вы даже сейчас переживаете прикосновение Святого Духа к своему телу, к своей душе. Только что онкология, она была исцелена. Спасибо великому Богу. Идите к врачу.
возьмите у него документ, пришлите его нам, покажите, что всем людям покажите, что Бог есть, что Он исцеляет болезни. Сегодня Бог совершил чудо для вас. Бегите прямо завтра с утра уже к врачу, проверяйтесь и свидетельствуйте обязательно. Расскажите всем о прикосновении Божьем, о чудесах, которые Он совершил в вашей жизни. Бог, Он великий Бог, Он совершает в это время столько чудес. И мы всегда прославляем Его. Спасибо великому Богу. Прославляйте Его еще больше и еще больше. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. 2 дня апостол говорил о том, что приходит свобода на разуме. Вчера было слово знание, что Бог выкручивает и удаляет из головы вставленные дьяволом колья. Я физически пережила, как у меня из головы что-то вытаскивают. Все вранье сатаны, что меня Бог любит только тогда, когда я послушная, или если я делаю только доброе, только тогда любит. Это все рухнуло, рухнуло. Бог любит меня, и я чувствую это, переживаю, радуюсь. Я вчера впервые осознанно пела, потому что Бог мой друг, Он мой друг. Я переживаю Его физически. Он дал мне жертву сверхъестественно при минусовой платформе. Я молилась ночью и просила только одно: покажи мне, что ты меня любишь. Он поддержал меня и всю мою домашку в регистрациях. Он освободил меня от унылого духа. Я теперь счастливая. И сегодня я закрыла глаза и четко услышала, что Бог – моя защита, что Он одевает меня в красивые одежды. Я увидела эти сверкающие одежды. Бог, я люблю тебя! Спасибо Богу, спасибо апостолу и Виктории за этот саммит. Если Бог коснулся вас через программу «Время чудес», напишите нам свое свидетельство по телефонам, указанным на экране. Прямо сейчас я призываю вас, дорогие друзья. Саммит «Четвертое измерение» делает вас другим человеком. Саммит «Четвертое измерение» – это то, где вы должны быть зарегистрированы прямо сейчас. Регистрация на саммит меняет твою жизнь. Ты получаешь уроки каждый день. Ты получаешь интенсивы каждый день. Ты наполняешься. У нас прямые эфиры. У нас общение и молитвы. У нас своя жизнь. У нас особенные подарки. У нас особенная жизнь от Бога. Я благословляю тебя, чтобы ты сейчас зарегистрировался на саммит «Четвертое измерение». Не живи без саммита ни минуты. Это твоя новая судьба, о которой ты узнаешь именно будучи студентом университета «Четвертое измерение». Когда ты регистрируешься на саммит, ты уже студент университета. И я благословляю тебя. Регистрируйся прямо сейчас. Дорогие друзья, я призываю вас. Жертвуйте Богу то, что для вас дорого. Сейте в Слово, приносите вашу жертву так, чтобы она приобрела вам благоволение. Почитайте Слово. Куда вы жертвуете, оттуда будет приходить благодать. Оттуда будет приходить благословение. Оттуда будет приходить жизнь. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Сеять в дух – это сеять в Слово. Поэтому сейте в Слово. Иисус есть Слово. Почтите Слово, и оно для вас оживет. Оно у вас укоренится. Жертвы приносите, настоящие, большие, сильные, которые вы никогда не забудете. И пусть Бог вас благословит. Закрепляйте Слово. Знаете, сегодня ваше время жертвовать. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да благословит вас Бог. Аминь. И, друзья, вот такое удивительное время чудес сейчас проходит в нашей жизни. Мы наслаждаемся Богом, наслаждаемся Его Словом, наслаждаемся Его прикосновениями. Завтра мы снова встретимся с вами вместе в 21:00. Бог будет совершать чудеса в вашей жизни. Поэтому делитесь этой ссылкой, делитесь завтра ссылкой со всеми знакомыми на работе,
друзьями, семья, везде, всей семьей. Наслаждайтесь Богом, принимайте те чудеса, которые Бог приготовил для вас, потому что эта передача «Время чудес» – это передача с неба. До завтра, пока!